установить дежурство, чтобы, как увидели, все, собираемся отстаивать свои права. Жители 22-го микрорайона готовы дежурить на улице даже в дождь. Причина – вот эта детская площадка. На этом месте хотят построить то ли развлекательный центр, то ли баню. В детали местные жители вдаваться не хотят. Им не нужно ни то, ни другое. Вместо того, чтобы отремонтировать здесь, поставить там ограждения, мусорки везде. Я лично просила об этом. У нас не делается ничего. У нас делается застройка прямо под окнами. Действительно, дети все идут. Очередной кабак. Застройщик привез сюда тяжелую технику. Жители выдвинули тяжелую артиллерию своих самых активных и громогласных соседей. Площадку защищают чуть ли не грудью. Чтобы не дошло до рукопашной, строители даже полицию вызвали. С нашей съемочной группой они общаться не стали, зато общительное местное население поделилось. Уже не один год они пишут в департаменты и прокуратуру. И та даже ответила: застройка незаконна. В настоящее время проектная документация в департамент градостроительства и архитектуры не рассмотрена, и разрешение на строительство не выдавалось. На шум приехал и помощник местного депутата. Еще перед выборами жителям обещали разобраться в давнем конфликте, но к действиям приступили только сейчас. Единственное правильное будет решение. Сегодня я позвонил в приемную мэра, да, и мы добиваемся встречи с мэром. В департаменте архитектуры и градостроительства ТВК новостям пояснили, разрешение на строительство в этом месте есть. Правда, времени встретиться с журналистами в департаменте не нашли, а местные жители готовы и дальше отстаивать детскую площадку, даже если все бумаги у строителей в порядке. Олеся Кузьмина, Татьяна Кощук, Тимофей Астахов, ТВК Новости.